зеленоглазое такси. Притормози, проклятые усы, тысячи чертей! Как же они мне достали, с каким удовольствием я бы взял свой верный клинок и отбавился бы от них, но не могу, всему виной этот проклятый договор канали. А если бы я только знал, что тогда, в 78-м году, продав душу ради славы и денег, мне придется ходить с этими вонючими усами всю жизнь, каналья. Единственное, что меня радует, то, что я не одинок, Леонид Якубович, а моя Кокопян, Игорь Николаев, мои братья по несчастью. Хотя, с другой стороны, именно благодаря усам мы все и стали звездами. Так что, как говорится, порхва-па-па-па-па, почему бы и нет?